Пора завтракать. Пора завтракать, мартышка. Разве уже завтра? Нет, еще сегодня. Но ты уже позавтракал? Позавтракал? А что? Значит, сегодня уже завтра. Сегодня никакое не завтра. Завтра будет в будущем, а сейчас у нас настоящее. А будущее не настоящее? Оно... Оно игрушечное, да? Будущее тоже настоящее, но... Ну? Оно настанет потом. Когда? Скоро. А по-моему, оно уже настало. Как настало? Когда настало? Как настало? Что настало, друзья? Будущее! Где? Везде! Сегодня с утра, уже завтра. Да. Не может быть, чтобы сегодня было завтра. Да. Значит, по-твоему, сегодня, вчера, так? Вчера уже кончилось. Когда кончается вчера, начинается завтра. Потом послезавтра. Потом послезавтра. А потом... А когда, извините, сегодня? А ну его сегодня! Надоело! Каждый день у нас сегодня надоело это всем. Неужели время скоро остановится совсем? Мы проснемся, а с утра то же самое вчера. Мы проснемся, а с утра то же самое вчера. Сегодня будет завтра, мы торопимся к нему. А вчерашнее сегодня нам, поверьте, ни к чему. Разве ты сам не видишь, какое все вокруг завтрашнее? Разве не чувствуешь, то будущее уже настало? Если будущее уже настало, то сейчас был бы уже Новый год. Новый год? Новый год? А пусть он будет! Новый год! Какой? Какой Новый год? Новый год просто так не приходит. Его надо встречать. Давайте! Давайте! Давайте его встречать! Давайте! Не, ну, действительно... Почему нам не встретить его? Это так приятно, друзья, встречать Новый год. Очень приятно. Как? Как? Как мы его будем встречать? Чтобы встречать Новый год, нужна, во-первых, елка, во-вторых, Дед Мороз и, в конце концов, Снегурочка! Я буду, в конце концов, Снегурочка. А я... Извините, я буду Дед Мороз. Тогда я буду ёлка. Правильно! А мы будем тебя наряжать и водить хоровод. Кого мы будем водить? Извините. Хоровод.
хоровод. Куда б родился в Африке, и в Африке он жил. Зимой и летом стройненький, зелененький он был. Почему зелененький? Потому что я елка. Елка, из тебя не получится. Почему? Почему не получится? Елка колючая, а он мягкий. У елки должны быть иголки. Ха! Иголки можно повтыкать. Не надо в меня втыкать, попугай прав. Елки из меня не получится. Значит, у нас нет елки. Зато у нас есть Снегурочка и Дед Мороз. Деда Мороза тоже нет. Дед Мороз холодный, а слоненок, вот, пощупайте, он теплый. А мы его простудим. Вот. Нет, не надо меня простужать. Ну, а из одной Снегурочки Нового года не выйдет. Вот. Я говорю, выйдет. Правильно. Снегурочка нарядная на праздник нам пришла. И много-много разных нам подарков принесла. Значит, вы твердо решили встречать Новый год? Да! И старый год вам уже не нужен? Не нужен! Встречайте! Но учтите, что слоненок останется без дня рождения. Как это? Почему? У него в этом году еще не было дня рождения? Не было. И не будет, потому что этот год вам уже не нужен. Ну как же он будет без дня рождения? А я хотела подарить ему на день рождения спелых бананов. И спелых бананов не будет. Так зелеными и останутся. Друзья мои, кажется, мы поторопились. Еще как поспешили. Ну зачем? Зачем встречать следующий Новый год, когда в этом еще столько интересного? Сладкие бананы с ананасами. Да. Ой, мой день рождения. Значит, будущее еще не настало. Еще нет. Но оно настанет непременно. А, значит, сегодня еще не завтра. Сегодня сегодня. А завтра будет завтра. Каждый день. Каждый день. Здорово!